выходе они себя охраняют изумрудной Будда. Господа, ну максимум, да, мы будем смотреть статуи тайские демоны не побольше 10 статуй. Потому что раньше храм истит, где 3 входа, 3 выхода. Сейчас они работают только один вход, один выход. Другой вход, другой выход. Они уже закрыты. Одинаковые статуи, разные только свет. Белые, синие, зеленые, классные. Да. Я спросила, почему разный свет. Они говорили, просто красиво. Там это что здание? Смотри, три самые первые здания. Да. Это здание Сусанны Солота. Там прокрыто 1,5 тонны Сусанны Солота. Внутри здания там будет останки Будда. Я там не была, смотри, потому что там можно пускать, смотри, только семья королевские тайские монахи. Я тайская, видела только фотографии, настоящие там я не была, смотри. И дальше, да, на второе здание. На второе здание там это королевские библиотека. Там будет книги королевские, семья, один год. Один раз открывай. Когда открывай? Когда день рождения короля Таиланд. Сейчас короля Таиланд Рама 9, он правит, да? 5-го. Все мы видели, да? У господин, спасибо большое. Вы дали, да, 20 бат. Денег вернуть вас, 20 бат.